Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как Galileo Exchange. В прошлой части мы ознакомились, что это за проект, чем он занимается. Узнали, что это платформа для предсказывания цены вверх-вниз. Сегодня продолжим. Для начала рассмотрим мы основные такие преимущества, которые предоставляет нам данная компания. Это торговля с нулевым краем, использование токена GLD для игры и кривое склеивание. Торговля с нулевым краем позволяет довести свою сделку до предела и испытать настоящие нулевые в зал ожидания. Устранить все сборы, комиссии, спреды, избегая раннего выхода. У вас есть то, что нужно. Токен GLT будет доступен для использования в играх, работающих на свечных ставках, и будет продолжать предоставлять функции нулевого преимущества. И кривое склеивание получит белый список прямо сейчас для IBITCO. Чтобы ваш шанс быть включенным в самый первый раунд, предлагаемый друзьями и семье. Прямо сейчас уже на данной платформе происходит розыгрыш, пул которого составляет $10,000 и позволяет каждому выиграть до $1,000 в биткоине. Galileo Exchange призывает каждого энтузиаста торговли бросить вызов своему пониманию атмосферных гибридных индексов ATN и оказаться одним из лучших в техническом анализе. Давайте немного перейдем на саму платформу и посмотрим, как это все работает. Действительно, при регистрации, как я говорил в первой части, нам начисляют 500 бонусных токенов FGLT для ознакомления с данной платформой. Тут довольно-таки все просто, наблюдается не так уж и прямо много пар. Есть кнопки Buy, Sell, продать и купить. То есть мы смотрим на график, производим свой технический анализ и смотрим, куда пойдет дальше цена. Например, ставим buy, купим и посмотрим. В нижней панели мы можем видеть и прогресс свой. Если данная шкала early exit заполнится, то мы потеряем средства. Profit loss процент. Мы можем наблюдать, сколько у нас потери, сколько у нас прибыли. Как мы видим, мы плюс 2, плюс 0,3, минус 8,5. И если нас устраивает вот плюс 18, мы закрываем сделку. Все, наш баланс пополнился обратно. И так продолжаем дальше. Нажимаем продать. Ждем, смотрим, как поведет себя рынок. Если бы рассказали правильно, то мы идем в профит, если нет, то уже потери. Так что переходите на сайт, регистрируйтесь, ознакомливайтесь. И после этого делайте свои выводы, стоит принимать участие или нет. И напомню, что про данную компанию уже говорили сама биржа bitcoin.com, Eurogaming, Oryx Gaming, GandleBets. Так что ознакомьтесь, изучайте и делайте свои выводы. Всем спасибо за внимание, всем пока.